В коллективе юных журналистов «Открытая дверь» пополнение. С 1 сентября два раза в неделю руководитель объединения «Любовь Пузина» ведет занятия у младшей группы. Почему я взяла малышей? В прошлом году я думала, что мне сил не хватит. Я давно мечтала взять маленьких детей, потому что я, в принципе, детей очень сильно люблю. Но свои силы не рассчитала в прошлом году, а в этом году, думаю, наверное, хватит мне сил. Хотела взять человек 5-6, но получилось побольше. У меня, как у любого, наверное, педагога, есть задачи максимум и минимум. Самая сейчас основная задача – мне приучить детей к дисциплине, чтобы они слушали меня, чтобы было тихо на занятиях, чтобы они понимали цели и задачи, что мы хотим, к чему мы стремимся. И, конечно, вывести уже детей на сцену. И, как показало время, такой коллектив, как коллектив юных журналистов, в нашем городе все-таки нужен. Потому что есть маленькие мероприятия, митинги всякие, акции, театральный коллектив просто физически не успевает. А мы тут на подхвате. 10 девчонок и мальчишек в возрасте от 7 до 10 лет с большим желанием выполняют задания, которые им задает Любовь Леонидовна. Сейчас малыши, как их ласково называет Любовь Леонидовна, только начинают учиться освещать самые разные процессы и создавать по-настоящему интересные истории. Увереннее чувствовать себя в общении со сверстниками и людьми старшего возраста. Пробовать себя как в роли журналиста, так и самого настоящего репортера. Я Любовь Леонидовну знаю не первый, скажем так, год, потому что мы с ней еще давно знакомы. Когда проводили всякие концерты, когда еще большая сцена была, она там входа была, мы с ней общались, говорили. Я хочу научиться больше выступать, чтобы быть более ответственной и бесстрашной. Я захотела туда пойти, и мне девочки взяли, и мы там танцевали. Мне очень понравилось, и я захотела записаться. Я хочу научиться танцевать, стихи рассказывать и больше выступать. Я узнала, мне сказала о этом кружке мама. Я пришел 1 сентября. Во время занятий я научился танцевать, скороговорки учить и гимнастику делать. В нашем коллективе юных журналистов все хорошие ребята и Глеб. Ребята уже приняли участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека, где они впервые вышли на сцену и состоялся их дебют. Юным журналистам еще многому предстоит научиться. На каждом занятии Любовь Пузина предлагает им разные формы работы, сочетает подачу теоретического материала и практические задания – групповые, одиночные, парные. Ролевые игры, тесты, занятия по технике речи и сценическому движению. Кроме этого, школьники уже почувствовали себя единым целым. И их детская редакция – маленький дружный коллектив, в котором от работы каждого зависит общее дело. В нем выслушают, поддержат, узнают твою точку зрения и подскажут, как поступить. Научат уверенности в себе и за пределами кружка. А это, по-моему, важнее всего. Молодцы.